Привет, привет всем. Сегодня мы с дочей вышли в эфир. Для чего? Для того, чтобы поздравить нашу женскую половину с праздником, с нашим праздником, праздником моим, моей дочери, праздником вашим. Пусть все у нас будет еще лучше, чем сейчас. У нас все и так сейчас хорошо, а будет еще лучше. Я никогда не желаю, чтобы все было хорошо. Все хорошо, будет еще лучше. Главное нам здоровье. Здоровье, и тогда мы сможем все заработать, все купить, все достать, все сделать, все построить. Вот. И женского счастья, женского спокойствия, мирного неба над головой. Остальное, мне кажется, это все такая фигня в этой жизни. Да, маме? Да. Сихрашка тоже вам всего этого желает. Точно так же, как и я, чтобы все у нас было лучше, чем сейчас. Да, птенчик, ты что-нибудь скажешь? Нет, мы перед телефоном становимся немыми. Берегите себя, мои хорошие. Кто, если не мы? Мы должны себя беречь ради наших карапузиков. У них, кроме нас, никого нет. Да и не только ради карапузиков, ради самих себя тоже нужно себя беречь. Чтобы не болеть. Вот. Я слишком часто говорю о здоровье. Знаете почему? Потому что я очень боюсь болезнь. Очень. Это мой самый большой страх. Ну все, не будем углубляться. Так что поздравляю вас, мои солнышки. Не болейте. Будьте всегда красивыми. Поцелуй. Поцелуй, мам, поцелуй. Ой-о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 й
Все, закрываюсь.